Сегодня расскажу вам, как я ставил лестницу на чердак. Вот такая вот лесенка, стандартная, куплена в строймаркете Факро фирмы. Самая такая простая, недорогая, вы знаете, ничем не особенно сильно не отличается от лестниц более дорогих. Ну, единственное, там еще поручень есть и какие-то там дополнительные утеплители. Ну, а так сама конструкция аналогична. В общем, купил лестницу, здесь вот эту саму конструкцию по инструкции всю собрал. Ничего сложного нет, считаем инструкцию, собираем. Все, вот основа. Принцип каков? Крышники у меня, крышу собрали, конечно же, все сделали, но забыли о том, что нужно ставить лесенку. А я об этом вспомнил, когда мне нужно было лезть на чердак и начинать это все утеплять. Но уже было поздно, крышников не было. Собирал сам. Я сделал следующим образом. Саму лесенку поставил в коридоре. Вот здесь вот была балка. Я ее отпилил. И вот здесь вот была балка перекрытия. Я тоже померил, отпилил кусочек. Сделал следующим образом. Балка у меня 10 сантиметров на 15. Купил вот балочку 5 на 15 сантиметров. 15 высота, толщина 5 сантиметров. Сделал вот здесь упор. Вот таким вот отрезал такой кусочек. Сделал упор таким вот образом. Купил металлические уголки и саморезами поприкручивал вот здесь и вот здесь. Также здесь уголок поставил и здесь поприкручивал. И точно так же здесь аналогично. Поставил опять же вот эту распорку. Закрепил ее. Ну и аналогично вот эти закрепил с внутренней стороны. По сути, вот эта вот балка у меня лежит на стене. Можно было бы сильно не закреплять, но я сделал. Даже если бы снизу не было стены, на которой можно опереть вот эту балочку, вот эта вот конструкция вполне отлично бы держала вот эту балку и нагрузку от крыши. Опять же, вот эту распорку я отпилил и прикрутил вот таким вот образом. Поставил на балочку и здесь гвоздями все залупашил. Все. Отлично получилось. Крыша, по сути, прогибаться, двигаться не будет. По центру держится. Все хорошо. Померил проем самой купленной лестницы и сделал аналогичный проем. Одному, конечно же, вот эту лесенку прикрутить практически нереально, но я как-то умудрился. Это очень сложно. Это надо вот... Я стою здесь, я прикрутил вот эту вот короб вот этот веревками, поднимаю веревками, здесь фиксирую сверху и потом подлажу вот снизу и начинаю на пластины прикручивать вот этот короб с внешней стороны. Я взял 4 пластины, 1, 2, 3, и вот здесь вот 4. Взял 4 пластины с дырочками такие. И опять же, ну, такие побольше пластины, помассивнее. И саморезами, так коротенькими саморезами поприкручивал к коробу и к вот этой вот балке. Все, по сути, зафиксировал. Она полностью складывается, раскладывается. Никаких проблем нет. Снизу просто там, когда уже прикрутили, отрезаем излишнюю длину лестницы. Ну вот уже под вашу высоту второго этажа. Лесенка фирмы Факро. Дешевая, но очень хорошая. Мне очень нравится. Идет здесь с уплотнителем. Вот такой вид у нас снизу. Собирается следующим образом. Вот так втрое складывается.
длина была вот здесь сюда, отрезал две ступеньки. И принцип таков. Вот. Поднимаем, она на пружинах отлично поднимается. В комплекте у нас идет вот такая вот палочка с помощью нее. Мы вот открываем, закрываем замок, закрываем и закрываем замок. Не могу закрыть, у меня вот здесь провод торчит. Все, нужно нам открыть. Мы открыли. Она немножко приопустилась, и вот таким вот образом опускаем, берем рукой, опускаем до конца. И раскрываем. Облагородить вот здесь весь проем и прикрутить саму лестницу мне понадобился всего один день. Одному, конечно же, очень сложно вот это вот все сделать, но реально.